одна из основных идей реконструкции проспекта Революции – это перенос коммуникации под землю, чтобы у нас были огромные, красивые пространства. Но сейчас так получилось, что выпали объемы, связанные с переносом коммуникации под землю до трансформаторных подстанций. То есть вот все, что вы видите на проспекте, оно выходит на самом деле со дворов. И эти участки тоже нужно учитывать. Вот мы идем, отслеживаем. Неиспользуемое. Вот видим, что со столба оно уходит туда, вот в это розовое здание. Это трансформаторный пункт. Если не перенести линии, которые идут отсюда на проспект, то можно сказать, что вся реконструкция была просто-напросто на смарку. И деньги потрачены впустую, без всякого смысла. Ну вот, вот эта вот красота, она останется, с ней ничего делать не будут. Тогда какой смысл было городить, не ясно.